Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось, никто не напал. Сюда поболтаем. Thank you.
А, блядь. Досталось бедняге. Но живой. Ну-ка послушаем, что скажет Деннис. Ну, чем порадуешь? Нашелся груз? Потрепан, конечно, но ничего страшного. Дальше что? Я приготовил для тебя тачку. Клади парня в багажнике и двигай на север. Координаты в навигаторе. Окей. И еще кое-что. Остерегайся тигров. У них на твоего нового спутника все локаторы настроены. Что ты сказал? Блядь, трубку бросил.
Что-то случилось? Дело сделано. Я вижу. Молодец. Отличная работа. Ну как ты там, Харуи-Йоси? Денис, дать мне надежда. Ну и что это за тип? Он тебе сам расскажет. Харуи-Йоси. В Японии нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Босс тигриных когтей нужен операция. Я делал операцию. А он умер. Тигриные когти стали злые. Я прятаться в лодке, плавать в Америку. Денис, меня спасай. Но вот тайна. Я убить босс тигриных когтей нарочно. Я хороший хирург, лучший. Я не ошибаться. О тиграх стоило бы предупредить заранее. Да ну, я ж знал, что ты и так справишься. И не ошибся, раз вы оба здесь. Это все трогательно. Но как насчет за работу заплатить? Да, да, вот. Прими это в благодарность. Как говоришь, тебя зовут?
Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Ты вообще откуда взялся? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Я рад тебя видеть, Ви. Тут довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. Что случилось? Выглядите довольно хреново. Так выглядит тот, кого лишили имплантов, денег и уважения. Но не все так плохо. Меня почти незаметно в городе. А где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако-сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Ему точно можно доверять? Да. Ясно. Очень убедительно. Мне терять нечего. Так лучше? Хуже. Мне-то есть что терять. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Thank you.
Такэмура-сан. О, да. Это он, твой вор? Мой свидетель, Ви. Я могу и сам за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Я был там. Я все видел. Юринобу задушил своего отца. Молчи. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Это правда. Ханако сама должна его выслушать. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки-сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетеля его убийства, а твои мысли заняты каким-то глупым парадом, дурак. Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на от кого... От правды работ... все равно не убежишь. Ты пожалеешь о своих словах. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. За тобой идет охота. Ты должен... Простите, а у вас это еще надолго? Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Йоринобу-сама. Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Йоринобу. Значит, тебе повезло. Ода, пожалуйста, помогите. Мы же просим немного. Одну короткую встречу. Ханако сама выберет, верить нам или нет. Не решайте за нее. Помогите нам. Увы, нет. Но я позволю вам уйти и покинуть город живыми. Увижу кого-то из вас снова, убью без разговоров. Будь осторожен, мой друг. Мы все здесь далеко от дома. Вот-вот, пускай уебывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Ну, мы хотя бы попробовали. Попробовали. И даже узнали кое-что важное. Что? Вы серьезно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь, парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подождите. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй. Эй, не так быстро. Вас послушать, так все просто, как ларек ограбить. Вы же говорили, что у Ханако лучшая охрана в Найт-Сити. Да. Поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером. Но мне на ум приходит только Вакака Акада. Она держит салон починка на Чпок-стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Чпок-стрит? Что это за название? Обычное для Найт-Сити. Ты слишком часто надо мной смеешься. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей. У вас все в порядке? Да. Чего это ты вдруг? У нас с вами есть общие цели. Или вы об этом забыли? Разумеется, нет. Отлично.
В Найт-Сити схватить пулю проще, чем простуду, а вы нужны мне живым. Как видишь, я жив и здоров. Лучше побеспокойся о себе. Эй, ты, мудас, вон! Сраный ты кусок говна, в жопу тебя ебать! А ну, стой! Что? О, привет, зайка. В смысле, блядь, привет? Ты чего здесь забыл? Тише, тише, кисонька, мы же не хотим с тобой скандалить. Бестия, дорогая. Это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей. Я скучал по этому звуку. Но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения. У меня гости. Ви, рада тебя видеть. Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем. Вот и все. Такимура городес. Окадасан. Уайдекитикоидес. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне. Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Ты бы уже давно им позвонила, если бы хотела. Но нет. Тебе интересно, с чем мы пришли. Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Арасаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Меня зовут Джефферсон Пиралес. Я отвечаю за эти слова. Насколько я знаю, Арасака и тигриные когти никогда особо не ладили. Ты явно не пылаешь любовью к тем, кто убил твоего внука. Это было очень давно. Говорят, время лечит, но чтобы такие раны? Такие раны не лечат. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. Окада-сан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Джапантаун. На время парада все движение будет перекрыто. Гвоздь программы – платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь с самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию по крайней мере один нетранер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления.
Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапантаун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. И что, ты даже не спросишь, зачем нам все это нужно? Такое любопытство дорого обходится. Тем более, я же все равно скоро все узнаю. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окада-сан. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Удачи вам, Гора. Тебе тоже. До скорой встречи.